Всем привет! Сегодня я снова собирал монетки, но в этот раз на противоположном берегу Сайрана, ближе к автовокзалу. Я собрал 582 тенге. В этот раз были крупные, 200, 50, 20 мало, 10, 5. Аккумулятор полностью сел, поэтому я вернулся, так бы еще немного пособирал. И в этот раз я все предусмотрел. Я сделал вот такое вот сито, проплавил отверстия в банке из-под майонеза. Сюда, в общем, накидываете песок, проверяете, есть ли там металл, и трясете. И остаются одни монеточки. Вот так вот. А если вы также хотите поискать монеты или еще какие-либо ценности, то ссылочку на этот металлодетектор я оставлю по QR-коду. Можете поставить видео на паузу и отсканировать QR-код через приложение AliExpress.